Написано у нас на специальной бумаге, видите, как клеточки сделаны. Байтен, как раз на Сетимиртау весной. В Темиртауском историко-краеведческом музее открылась выставка работ членов Союза художников Казахстана, приуроченная к 60-летию Карагандинского союза художников. Посетители выставки могут увидеть 37 картин, представленных в разных направлениях искусства. Здесь можно увидеть работы таких художников, как Бегалин, Аскаров, ну и многие-многие другие. Выставка достаточно высокого уровня, и я думаю, что ее интересно будет увидеть не только обычным горожанам, которые далеко не всегда могут увидеть самые настоящие живописные работы, но и художникам-специалистам, начинающим художникам, которые могут посетить в любой момент. Картины были специально отобраны из фондов Карагандинского областного музея изобразительного искусства. Все они написаны в разные периоды времени и выполнены различными техническими приемами. Есть графический рисунок, живописные полотна, линогравюра и другие. Портрет своей племянницы на выставке представила и художник-оформитель музея Хайниса Мустафина, непосредственно участвовавшая в подготовке экспозиции. Работы очень интересные. Даже если взять чисто масляные работы, маслом сделанные, они есть гладко написанные, есть пастозные, прямо такими сгустками. Вот. И просто от того, что они такие разные, и акварель, и вот графика черно-белая, людям нашего города, жителям, было бы очень интересно ознакомиться, хотя бы знать, что есть такие художники, знаменитые какие-то. Может, это мы как художники их знаем, но хотелось бы, чтобы просто люди тоже знали, потому что, ну как без искусства жить людям? Во всем красота должна быть. Красота везде она. И художники именно эту красоту и передают. В честь юбилея Союза художников Караганды до 24 августа темиртаусцы и гости города могут насладиться творчеством казахстанских художников совершенно бесплатно. Кристина Кириченко, Жахангир Конышбаев, новости Темиртау.